Сотрудники ОМВД России по Сергиево-Посадскому району совместно с представителями администрации Сергиево-Посадского городского округа, а также руководителями образовательных учреждений, расположенных на территории обслуживания ОМВД России по Сергиево-Посадскому району, провели межведомственное совещание. Цель мероприятия – профилактика нарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях, а также выработка алгоритма действия при возникновении экстренных ситуаций. В ходе проведения мероприятия начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сергиево-Посадскому району подполковник полиции Елена Белякова довела информацию об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Также были затронуты вопросы употребления подростками алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ и привлечения к ответственности за содеянное. В завершение встречи присутствующие обсудили меры взаимодействия между ведомствами, а также ответили на все насущные вопросы. Сотрудники РЭО ГИБДД ОМВД России по Сергиево-Посадскому району провели акцию «Госуслуги – это просто», направленную на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел в электронном виде. Начальник РЭО ГИБДД, майор полиции Игорь Осатюк, рассказал об основных изменениях в законодательстве Российской Федерации, вступивших в силу с 2020 года. Стражи порядка проконсультировали граждан о преимуществах пользования единым порталом и наиболее распространенных услугах, оказываемых ОМВД. Обратили внимание посетителей на типичные ошибки, которые допускают граждане при постановке транспортных средств на учет или при получении или замене водительского удостоверения. Накануне Международного женского дня сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу провели акцию «Цветы для автоледи». Сотрудники ГИБДД вышли на дорогу города не только для того, чтобы выявлять и наказывать нарушителей правил дорожного движения, но и чтобы поздравить дорогих женщин-водителей предстоящим праздником 8 марта. Экипаж ДПС останавливал исключительно женщин. Дамы сразу же начинали предъявлять свои документы. Однако вместо проверки документов инспекторы вручали женщинам-водителям цветы с праздничными пожеланиями. При этом сотрудники госавтоинспекции напоминали представительницам прекрасного пола о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Сергиево-Посадскому району пожелали женщинам-водителям хорошего весеннего настроения и быть примерными водителями. Автоледи, принимая весенние поздравления и цветы от автоинспекторов, поблагодарили их за внимание и обещали неукоснительно соблюдать дорожные правила, всегда быть внимательными и культурными, и осторожными на дорогах. В рамках всероссийской акции «8 марта в каждый дом» сотрудники участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поздравили представительниц прекрасной половины человечества с наступающим Международным женским днем. Основная цель акции заключается в укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, создании праздничного настроения. Весенний праздник – отличный повод для участковых уполномоченных полиции еще раз напомнить о себе на обслуживаемой территории, донести не только слова поздравления, но и профилактическую информацию о соблюдении безопасного поведения в быту и общественных местах. Даря букеты тюльпанов, полицейские еще раз напомнили о профилактике преступлений, мошеннических действий, а также о правилах поведения при возникновении опасности. Thank you.